Жуткие кадры аварии, которая произошла в километре от города, многочисленные очевидцы забудут не скоро. От скутера, который оказался подгруженным лесовозом, практически ничего не осталось. У водителя двухколесного транспортного средства и его пассажира не было шансов остаться в живых. В ДТП участвовали два транспортных средства – лесовоз и скутер и пешеходы. Все они двигались в попутном направлении в сторону города. После осмотра места трагедии и опроса свидетелей была выдвинута предварительная версия. Как подтвердили свидетели, в один из моментов водитель скутера решил произвести опережение с правой стороны лесовоза. В этот же момент по обочине двигались в попутном направлении пешеходы. В результате столкновения с пешеходами скутер отбросило под лесовоз. И в результате трагически два человека погибли. Тела погибших были фрагментированы. Сухую фразу из отчета наглядно иллюстрируют кадры дорожной трагедии. Чтобы опознать погибших, понадобилось время. Пока ясно одно. На скутере, который не был зарегистрирован, ехали два молодых человека. 21-летний мазырянин и его приятель. Парень не дожил до своего 16-летия всего один день. Кто управлял двухколесным транспортным средством и другие нюансы трагедии, предстоит выяснить правоохранительным органам. 4 апреля 2016 года в 17 часу на участке автодороги Р-131 Мозырь-Калинковичи на подъезде города Мозырю произошло столкновение двух транспортных средств – груженного лесовоза МАЗ с прицепом и скутера «Хорс», на котором передвигались двое молодых людей, жителей города Мозыря. Один из них 2000 года рождения, второй 1995 года рождения. По данному факту Мозырским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Проводится предварительное следствие. Назначен ряд экспертиз, направленных на установление как причин смерти, как причин произошедшего события, так и на установление лица, которое находилось за рулем скутера. Один из пешеходов, на которого наехал скутер перед столкновением с лесовозом, сейчас в больнице. Второй получил легкие травмы. Мотосезон 2016 уже начался, и буквально через пару дней трагедия. Следователи пока выясняют все подробности, но уже можно говорить о том, что причина аварии – рядовое нарушение правил дорожного движения, которое унесло сразу две человеческие жизни. Виктория Синицкая, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».